Хотела бы я знать, зачем звезды светятся. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою. Знаешь, а ведь у каждого человека свои звезды. Одним, тем, кто странствует, мечтает, творит, они указывают путь и дарят вдохновение. Для других это просто огоньки. Сижу на чердаке, слушаю звезды. Да, я абсолютно серьезно, я слушаю, как они молчат. Счастье в моем отчаянии. И кто-то с других планет, мне кажется, шлет привет. Однако я с ума сажу. По краю чердака хожу. Равновесие держу не очень, и ничего не видно ночью. Мне нужны твои крылья, пока мы не стали на тропах пылью. Или на заросшей траве белым инеем. Ты заранее прости меня. За что? То, что я люблю чердак и часто пишу бардак, такой, как этот и предыдущий. За почерк по строку глобущий, за то, что все когда-то закончится. Это не я, это пророчество. Ты человек, я человек, нам отведен всего один век. И потом безграничные пустоты. Черные дыры, как черные холсты. А потом, может, рай и ад. Не знаю, звезды разные говорят, но одно я сижу усвоила. Ради чего по чердакам гулять стоило? Не скажешь, что это бред, но ничего, абсолютно ничего нет. Ни людей, ни машин, ни домов, ни земли. Ничего, кроме любви. Оно не только под Рождество, оно всегда и во всем. Знаешь, что-нибудь споем? И понесется мой твой голос туда, наверх, в открытый космос. И кто-то с других планет нам песню пришлет в ответ. Очень необычный чердак. И разве что-то идет не так, все будет хорошо. И серьезно, это просто сказали звезды. Вселенное творчество многогранно и бесконечно. В ней есть место для ярких спектаклей, фееричных шоу, душевных песен и зажигательных танцев. Во всем этом вихре невозможно не помнить о глубоких и важных традициях родной земли. Величайший труд сохранить и приумножить то, что бережно передано человеку множеством поколений предков. Наш ансамбль, семья большая, удаль вечно молодая, это хмель. Песня русская, шальная, и Кубань моя родная, это хмель. Встречайте, на сцене народный самодеятельный вокальный ансамбль «Хмель». Руководитель Лариса Чернышева. Yeah.
Нашему Дому культуры в этом году исполняется 85 лет. За это время в нем уже сложились свои обычаи и традиции. Одним из хранителей наших традиций является народный самодеятельный хор «Любава» и их бессменный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Любовь Титаренко. Oh!
печали, невзгоды друг другу в глаза. С теплотою посмотрим, и станет понятно, что есть доброта на земле. Концерт подошел к концу.